Встречайте, Джон Генри Клиппинджер, успешный IT-специалист по внедрению, известный интернет-ученый и консультант блокчейн-проектов, таких как Кэша, где Джон стал стратегическим советником. Клиппинджер окончил университет Пенсильвании, где изучал контент-анализ, компьютерную лингвистику и искусственный интеллект. В 1980 году Клиппинджер основал одну из первых компаний-разработчиков программного обеспечения NLP. Клиппинджер – старший научный сотрудник Гарвардской юридической школы «Центр Беркмана по изучению интернета и общества», где он стал соучредителем проекта «Хиггинс» по управлению персональными данными. Клиппинджер является автором книги и многих статей, таких как «From Bitcoin to Burning Man and Beyond – The Quest for Identity and Autonomy in a Digital Society» и «A Crowded One – The Future of Individual Identity». В настоящее время он является соучредителем и исполнительным директором ID3 – Институт инноваций и информационного проектирования. Это некоммерческая организация, созданная для разработки и испытания на практике комплекса программ юридического и программного обеспечения для распределенных самозаверяемых цифровых активов, валют и сервисов с управлением потоком данных, инфраструктур и корпоративных систем. Он является членом группы по большому объему данных Всемирного экономического форума, а также он – советник по блокчейн-протоколу Венкор и CryptoAssets Design Group и проекта Кэша – это банковская деятельность будущего.